Особым детям особое внимание. В Центре активного отдыха «Большуха» организовали праздник для семей с малышами, имеющие проблемы со здоровьем. Участие в мероприятии принял и глава региона Юрий Бездудный. Ну и наша съемочная группа не осталась в стороне. Ольга Руссул обо всем подробнее. На улице легкий морозец и ветер, но зимняя погода совсем не повод отложить веселье. Детвора вместе с родителями с удовольствием водит хороводы вокруг елки и с нетерпением ждет появления главного волшебника – Деда Мороза. А пока, чтобы не замерзнуть... Танцевать. Я тут Дед Мороза и Снегурочку я хотела бы увидеть. А ты что-то бы у них попросил? Да. Что? Не знаю я. А ты... Ну, спросил бы что-то. Что-то такое. Я попросил телефон с новой колонкой, а мой брат еще и мороженое с PlayStation 5. На протяжении уже 6 лет мы приезжаем каждый год на такие мероприятия, нас приглашают. Отдельно пишут всевозможные смс-ки, завлекают нас. Нам очень нравятся эти праздники. Подарок уже попросил у Деда Мороза? Нет. Нам, скажи, уже один подарили? Сегодня еще один подарят? Ого, слушай, ничего себе. А что ты хочешь, чтобы Дед Мороз принес? А теперь белая. Велосипед. Несмотря на то, что праздник проходит на ура, организаторы волнуются. Ведь в таком формате елка в центре комплексного обслуживания состоялась впервые за всю историю. Ну, я думаю, у нас все удалось. То, что мы запланировали, у нас все удалось. И вот сейчас посмотрим по итогу мероприятия, спросим мнение родителей и детей. Но обычно у нас проходит все хорошо. И вот кульминация праздника. С Новым годом поздравляем! После традиционных хороводов Дедушка Мороз вместе с главой региона Юрием Бездудным приступил к главной миссии – раздаче подарков детворе. Расскажешь стишок? Да. Елка замечательная, ростовые фигуры, дети совершенно довольные, погода прекрасная, морозно, снежно. Поэтому вот сегодня в преддверии Нового года провели такую замечательную елку на Большухе. Получил необыкновенное удовольствие от того, что скоро Новый год, и я тоже верю в то, что и мои мечты тоже будут сбываться, и мои желания какие-то. Это, конечно, здорово. Игровую программу для детей «Здравствуй, Новый год» организовал творческий коллектив клуба «Созвездия» поселка Искателей. Праздник прошел с соблюдением эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Ольга Руссул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».